В Омске задержали подозреваемого в серии краж-сдач. По версии следствия, мужчина взламывал двери и похищал металлические вещи. Сбыть их на пункт приема металла он не успел. Выйти на след злоумышленника помогли сами садоводы. Спокойные будни садоводов с дачных участков у села Гауф Азовского района нарушила новость об участившихся кражах. 6 человек написали заявление в полицию. Общая сумма ущерба составила почти 90 тысяч рублей. Последнее преступление было раскрыто очень так, даже как в анекдоте в том. Залез, это самое, бандиты приехали, как обычно, поставили машинку, работают, как наши дачники, поддачников. Подходит наш дачник: ребята, вы откуда? Вывозим свое имущество, продали дачу. Спокойно, главное, спокойно. И даже и не подумаешь. Он записал номерок, позвонил мне. Они, ребята, видели, что номер записали, рванули, уехали. А дальше, как говорится, дело техники. По госномеру вычислили автовладельца, его адрес. Задержали подозреваемого в серии краж в Омске. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина. Он рассказал, что ломом вскрывал двери дач. В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенное имущество Амич сбыть не успел. Фляги, самовары, медная проволока, посуда и даже газонокосилка. Все это мужчина складировал в своем гараже. Пока потерпевших по уголовному делу 6 человек. Однако в полиции предполагают, что их больше. Сейчас оперативники выясняют это.